Это кот тут такой хорошенький приехал. Кто дяде денежку привез? Ну что ж, нарушаем. Простите. Ну смотрите-ка, что вы, на красный свет проехали, через две сплошные стрелочки повернули. Я виноват, простите меня, я очень тороплюсь. Значит так, лейтенант Петров, правила, они для всех правила. Я сегодня очень тороплюсь. Я играю в спектакль в Амхате. Вот Амхат, видите, вот. Мы стоим. Вот, да. Я очень тороплюсь. Отпустите меня, пожалуйста. Вы хотите, я вам сделаю два билета в Амхат? Лейтенант Петров, я помню. А, значит, однофамильцы. Это хорошо. Три билета в Большой. Я актер Амхата. Я в Амхат сделаю билет на любой спектакль. Я очень тороплюсь, отпустите меня. Простите, я виноват. Лейтенант Петров, я помню. Я тоже помню, спасибо. Три билета в Большой. Я актер МХАТа, а не Большого театра. Ну, если хотите, в МХАТ сделаю билет. Я понимаю, что вы любите большое искусство, это очень хорошо. Но в МХАТ я вам сделаю билет, пожалуйста. Или в свой театр. На любой спектакль в МХАТ сделаю билет вам. Это же нелогично. И очень даже логично. Три билета Большой.